202-ю годовщину образования отметили внутренние войска МВД России. Накануне митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл поздравил военнослужащих Уральского регионального командования внутренних войск с профессиональным праздником и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном этой дате. Торжество по случаю 202-й годовщины со дня образования внутренних войск Министерства внутренних дел России прошло в Центре культуры «Урал». Поздравить руководство, весь личный состав Уральского регионального командования внутренних войск МВД России прибыл митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. Думается, что для человека военного каждый прожитый в мире день – это всегда праздник. И сегодняшний день – особый праздник для всех нас, для страны. Он, наверное, сохранился только в внутренних войсках, потому что сегодня 400 лет, когда, как наша страна, отмечает воцарение династии Романовых. Этот праздник сохранился в церкви под именем Федоровской иконы Божьей Матери. Этой иконой его мать, инокиня Марфа, благословила Михаила Федоровича на царствование. И с тех пор 300 лет русское царство, Российская империя укреплялась, процветала, и многое сделано было для того, чтобы мы сегодня здесь тоже в мире единомыслия собрались, в том числе и в этом зале. Батальоны внутренней стражи были сформированы указом императора Александра I в 1811 году. И сегодня войска правопорядка МВД России продолжают стоять на страже тишины и спокойствия, обеспечивают внутреннюю безопасность государства, защищая права и свободу граждан. Владыка Кирилл пожелал нынешним военнослужащим и ветеранам внутренних войск крепости душевной и телесной, терпения, неиссякаемой энергии и благословенных от Господа успехов в нелегком государственном служении. Русский человек всегда обращался в трудные моменты, всегда обращался к Богу. Да не только русский человек. И в этом смысле для нас является особым покровителем чудотворец Христов Николай. Я в сегодняшний день хотел бы образ святителя Николая передать вам, дорогой Александр Сергеевич, и всему региональному командованию Уральского командования. Храни вас Господь с праздником!